Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, такой коротенький видосик. На WhatsApp человек прислал мне свой тракторок. Вот, и я ему предложил все-таки поделиться этим моментом. Человек делал для себя, не знаю точно, сколько по времени это заняло. Ну, ребятки, просто шикардос, я не знаю. Давайте посмотрим короткий фрагмент. Несколько фоток есть, и я не знаю, блин, ну я бы заглянул вовнутрь, как что сделано. И давайте в комментариях попросим Алексея, живет он, кстати, в соседнем районе, рядом со мной граничат мой район и его районы, ну, в принципе, недалеко. Вот, хотелось бы более подробно посмотреть, заглянуть под капот. Я так понял, там двигатель «Жигули», коробка ГАЗ-53, раздатка Нива, Волга мост и еще куча, просто, мужики, куча всего. Ладно, хары-ля-ля, я в шоке. Давайте посмотрим. Копаем картошку, урожай 2022 года, самодельным трактором, очень похож на Беларусь. Картошка, не скажем, что очень крупная, ну, вроде и не сильно мелкая. Весь ручной работы, есть, конечно, запчасти частично с Опеля, частично с Беларуса, частично с Нивы, с газона, с Волги, ну, собраны весь своими руками, а также с Калины, с Пятерки. Копалка, правда, у нас еще такая древняя. Грохотку сделали, но еще не доделали. Поэтому копаем граблями, плугом. В общем, вот такая вот самоделочка, друзья. Колеса, я так понял, 20-е сзади, спереди 16-е, полный привод. И Алексей говорил, по-моему, полный привод, передок еще не подключен. В общем, пишите комментарии. Давайте вместе попросим Алексея заснять обзорчик. Я думаю, весна, какие-то должны происходить уже работы в ближайшее время. Вот. И пускай покажет и расскажет. Трактор полностью самодельный, абсолютно, включая даже кабину. Она похожа, схожа, но она абсолютно самодельная. Ладно, мужики, всем пока. Кто хочет поделиться своими, своей техникой, также можете прислать в WhatsApp, Telegram. Ну, в Telegram удобнее.
файлы, оригиналы без сжатия. И до 2 гигов можно отправлять. В WhatsApp так нельзя. Вот. И народ посмотрит ваши самоделки, если у вас нет своих каналов. Все, всем пока, скоро увидимся.